Всем привет, Филипп, компания Кофе Кейс. Сейчас в наличии есть полностью обслуженная, готовая к работе кофемашина Шарр Кофе Клаб. С пробегом всего 13 398 порций. Давайте внешне посмотрим. Для тех, кто не знает, данная кофемашина полностью такая же по техническим характеристикам, как более знаменитая модель другой фирмы WMF-1100S. Грубо говоря, это одна и та же кофемашина, только разные производители. Здесь комплектация у нас идет кофемолка и бункер по цепучим ингредиентам, например, горячий шоколад. Так, по менюшке. Сейчас запрограммированы стандартные напитки, то есть эспрессо, двойной эспрессо, американо двух объемов, капучино двух объемов, латте, флэт уайт, шоколад 200-300 и кипяток 200-300. Так, теперь давайте посмотрим, как она готовит. Итак, приготовим эспрессо 50 мл. Есть специальная подставочка, выдвигается под маленькие напитки, под маленький объем. В основном это эспрессо, двойной эспрессо. Стоит на спирт смешивание таблетки и пошел пролив. Наш эспрессо готов. Давайте сразу приготовим. Так, дверцу убирайте. Сразу же приготовим американо 200 мл. Наш американо готов. Теперь давайте поварим молочные напитки. Приготовим капучино 200 мл. Пенка у нас густая, плотная, довольно много получилось. Можно прибавлять, убавлять это все на ваше усмотрение. И приготовим латте 200 мл. Накладываем сюда горячее молоко. Латте нужно немножко постоять, чтобы у нас разъединились слои. Была пенка, кофе и молоко.